Здравствуйте. Я врач-фитотерапевт Борис Качко. И сегодня вы узнаете, какие опасности таит в себе домашняя консервация. Большинство считает, что домашняя консервация безусловно полезна. Однако многое здесь определяет способ обработки продукта и средства, которые используются для консервации. Какие опасности подстерегают нас во фруктовой консервации? Например, в ядрах многих плодов присутствуют цианогенные гликозиды. Именно они препятствуют поеданию мышевидными грызунами и дают возможность растению продолжить свой род. Но попадая случайно в организм человека, цианиды вызывают отравление. Здоровая клетка в буквальном смысле слова задыхается. Цианиды блокируют основной путь получения энергии из пищи путем окисления кислородом. В этом случае прекрасно чувствуют себя только раковые клетки. Кислород – не основной путь обеспечения злокачественной клетки энергией. Как же обезопасить свой организм? Надо приложить немного труда. Для этого, консервируя вишню, черешню, сливу, персик, абрикос, алычу, необходимо не полениться выбрать все косточки. В таком случае вы сможете консервацию хранить больше одного года, используя для здоровья употребить пищу не только до следующего сезона. А что делать, если вы поторопились и закрыли плоды с косточками? Выбрасывать не стоит. До следующего урожая такая консервация безопасна. А вот если простоит больше года и появится горчинка, это повод освободить емкость. Также больше года я бы не советовал хранить консервацию из цельных яблок, груш. В их семенах также присутствуют цианиды, но в меньших количествах. Ботулизм – самая большая опасность овощной консервации. 1 грамм чистого ботулотоксина способен убить несколько миллиардов людей на планете. Это самый сильный токсин. Как предупредить отравление? Во время консервирования не забудьте оставить воздух под крышкой. Немножко, не до конца заливайте рассол. Кислород, который окажется под крышкой, самый надежный барьер от отравления. Кстати, прежде чем выбирать рецепт маринада, нужно обратить внимание на то, чем болеют в вашей семье. Все знают, там где консервация, там поваренная соль и уксус. Без них нельзя. Только тепловая обработка не самый надежный барьер перед микробами. Поэтому если потенциальные потребители вашей консервации имеют гастрит, гастрододенит, язвенную болезнь от отцеперстной кишки, в маринаде должно быть меньше уксуса и больше соли. Уксусная кислота – более сильный раздражитель для желудка, чем поваренная соль. Но помните, что в состоянии обострения противопоказана любая подобная консервация. Если потенциальные потребители консервации имеют гипертоническую болезнь, атеросклероз сосудов, ишемическую болезнь сердца, врожденные либо приобретенные пороки сердца и сосудов, аритмию, пиелонефрит, почечную недостаточность, в маринаде может быть больше уксуса и меньше соли. Поваренная соль в этом случае увеличивает объем крови, чем перегружает работой сердце. А удерживая в крови воду, соль нарушает и выделительную способность почек. Теперь вы знаете, какие опасности таит в себе домашняя консервация и как их уменьшить. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения.